Ребята, привет! Я нахожусь в Италии, город Пиза. И вот Пизанская башня. Хотите узнать секрет, почему она так долго не падает? Да потому что все туристы, в том числе мы, ее всегда поддерживаем и вносим свою лепту. Ребята, вот уже мы посетили 3 страны. И нас еще ждет впереди, а городов вообще просто очень много достопримечательностей. И хочу вам сказать, что можно путешествовать и оставаться с деньгами. Можно умно распоряжаться деньгами и все траты превращать в прибыль. Обращайтесь, это очень важно, чтобы вы использовали эти инструменты. Я не шучу, это правда, именно поэтому у меня все это классно получается. Жизнь прекрасна!